ученик и мой ученик. Мой практик, а твой мастер. Да, а мой мастер. Ага, Юра Мец. Интереснейший парень, живет в Питере. Несколько лет назад, боюсь соврать, наверное, лет 7-8 назад, он ездил на курс мастер к Роберту Дилцу в Санта-Крус. Ну и, возвращаясь оттуда, много интересного просто рассказал, ну реально, да. А потом говорит: кстати, я видел двоих излечившихся от рака с помощью НЛП. Ну и мы так раз, стоечку, да? Типа, ну, сразу мысль первая какая? Существует супертехника, да, которую вот так вот сделать, да, и вот супертехника излечения от рака. Ну, первая мысль такая, да. Как, спрашиваем? Он говорит, как? Коллапс якорей. Мы говорим, что? Он говорит... Может, мы разное понимаем под этими словами? Коллапс якорей. Каждый день, как только ему в голову приходит плохая мысль, он кладет ее на левую руку. А что мне нужно? На правую руку. А потом вот так. И идет дальше. Приходит плохая мысль. На левую руку. А то, что нужно, ресурс на правую руку. И дальше. Я говорю, и в день сколько раз? Он говорит, ну в первые дни, как он говорил, там 60-70. Потом говорит уже, ну вот каждый раз, как приходит, взял ресурс, приложил. Взял ресурс, приложил. Потом говорит, реже. Потом говорит, еще реже. Потом еще реже. А потом говорит, прихожу обратно, ну на это, на обследование. Мне говорят, упс. Говорят, ошибочка вышла. У вас, говорит, оказывается, не рак был, а доброкачественная опухоль, которая к тому же рассосалась. То есть, и вот это я к чему? К чему это я? К тому, что, понимаете, вот иногда мы думаем, ну, нам так кажется, да? То есть вот таблетка, да? Таблетка одна, пусть горькая, но вот один раз ее принять, и чтобы все. Понимаете? Вот этот вот парень, да? Он просто делал себе... Всякий раз, как приходит в голову плохая мысль. Всякий раз. И вот я думаю, вот интересно, сколько бы мы могли бы таким образом поработать сами с собой в тех случаях, если... Ну, что-то там действительно возникает. Страхи, да? Коллапс якорей. А, плохое настроение. Коллапс якорей. Ёлки-палки. То есть, понимаете, там уже как бы не важно что. Иногда я думаю, да? Не важно что, но просто вот эта вот техника, мы знаем, она работает. Вы это сейчас в этом убедились. Вот она работает.